Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим вот такой вот замечательный, яркий, витаминный и очень легкий салатик из самой обычной пекинской капусты. Хоть салат и простой, но у него есть один секрет. Это необычная заправка. Берем небольшую глубокую тарелочку и выдавливаем в нее лимонный сок. В принципе, можно использовать готовый лимонный сок, но я решила выжать его сама. Добавляем оливковое масло и немного соли. А теперь нам понадобится горчица. Кладем примерно 1 полную чайную ложку горчицы и хорошенько перемешиваем нашу заправку. Теперь приступаем к нарезке овощей. Нам понадобится лук-шалот, помидоры, перец и, собственно, сама пекинская капуста. Лук-шалот нужно нарезать на небольшие колечки. Если у вас нет такого лука, можете взять самый обычный репчатый лук. Перекладываем нарезанный лук в салатник и переходим к перцу. Нам понадобится сладкий болгарский перец красного или желтого цвета. А лучше взять 2, так будет еще красивее и ярче. Из перца нужно предварительно удалить семена и нарезать его на вот такие вот небольшие кубики. Добавляем перец к нарезанному луку и переходим к помидоркам. Нам понадобятся или помидоры черри, или обычные крупные помидоры. Я взяла крупные и нарезала их тоже на маленькие кубики. Если используете черри, то черри можно просто разрезать на 2 половинки. Кстати, помидорки тоже можно скомбинировать и взять и красные, и желтые. Тогда салат точно получится очень ярким. Ну а теперь просто мелко шинкуем пекинскую капусту и добавляем ее в салатник. Теперь возвращаемся к нашей заправке. Нам просто нужно еще раз хорошо перемешать заправку и полить ею салат. После чего салат хорошенько перемешиваем, можно немного посолить и поперчить по вкусу и подаем к столу. Вот такой красивый, яркий и очень вкусный салат у нас получился. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Вкусно как. Я пошла есть.